Весь вездеходный мир ждал этого события. И вот момент настал. С 12 по 14 октября в окрестностях поселка Малукса пройдут всероссийские вездеходные соревнования «Вездеход Трофи 2018». Соревнование, которое уже успело стать культовым, массовым и зрелищным. Соревнование, которое не оставит равнодушным ни одного увлеченного человека. Соревнование, где скрестят шпаги в честной, но беспощадной битве вездеходы со всей страны. Здесь же вы сможете познакомиться и увидеть воочию легендарную личность Алексея Маратовича Гарагашьяна, который и является организатором данной гонки. Также познакомиться, пообщаться с людьми, производителями, изобретателями и конструкторами различных вездеходов. Более 30 вездеходов, серийные, прототипы и самодельные машины. Да-да, там есть чем удивить глаз и слух искушенного знатока. Если вы об этом еще не знали, и ваш вездеход стоит без дела, то вы просто обязаны его туда выгулять и принять участие. Регламент и программа соревнований находятся в описании к ролику. Там же вы найдете и подробную карту проезда к месту проведения. Мы обязательно там будем, так что ждем наших зрителей в гости. Наиболее зрелищные события для зрителей будут проходить 12 октября. Подписчиков ожидает розыгрыш призов и подарков от партнеров канала. Наш канал и компания «Угриль» решила в эти соревнования предоставить приз за волю к победе. Так называемый, это самый подбитый, самый пострадавший, но все-таки доехавший до финиша и пересекший ее черту сам. Награждать мы будем Ващукова Романа и Ващукова Алексея. Ура! Дорогие друзья, будем всех ждать 12 числа. Что-нибудь приготовим покушать на гриле у гриль. Встретимся, пообщаемся, будет здорово. А если у вас есть вездеход, обязательно участвуйте. Ссылка в описании к ролику, как и где это можно сделать. До встречи в октябре на вездеход Трофи 2018.